Ваш любимый блондин, а я не люблю никого. Мне только нравится, что мне блондин, а не шатен или как брюнет. Брюнет. Я такая рыбонька. Прикольно будет, наверное, на уроках сидеть такая, типа... All my people do rap-a-gap. Скажи, да ладно? Скажи, давай завтра погуляем. Хотя бы завтра с нами будешь гулять. Говорю, без шоколадки не приходи. Нет, шутка, Диан, ты можешь прийти в любой момент. Ты можешь прийти. И скажи, я не обиделась. Скажи, я обиделась. Я обиделась. Привет, меня зовут Дилетти. И да, и это влог. Я знаю, у меня срач. Но у меня не срач, у меня просто вот тут подушки лежат как-то не вах и сумка. А там у меня... Давайте сделаем вид, как будто вы это не видите. В общем, ура. Влог вы, наверное, ждали, и я ждала. Я ждала вот этой посылки, которая будет видно мне, чтобы вот она была фишай. Потому что, мне кажется, это шикарная вещь, и она должна быть... Это шикарная вещь, и она должна быть в моем блоге. Завтра мне надо встать в 4 часа, и я еще сниму мейкап. Я уже сняла полвидео, и мне осталось еще полвидео самого макияжа, так что... Да. Сейчас могу сказать, что я сейчас пойду спать. Вот. И завтра будет влог. И не знаю, интересно или нет, но просто я фишай купила. Почему бы не снять первый влог на фишай? Да. Женская логика. Вот. Так что, что еще вам рассказать? Вот эти точки от цвета немножко меня калят. Но плевать. Всем доброе утро. Да, я, это снова я, делили с вами. В общем, уже утро, и такой хасл. Я специально встала на 2 часа раньше, чтобы снять видео 3-минутное. Но моя камера не включается, и я не знаю, что с ней не так. Мама узнает, убьет. Поэтому я думаю, может быть, что-то из-за зарядки. Поставила на зарядку, хотя они у меня были заряженные. Я не знаю, мне немножко страшно, потому что фотоаппарат, черт побери, делал такое, знаете ли. Вот, сейчас соберусь в школу, я хотела идти пешком, то есть я думала, что я пойду пешком, но нет, я иду, еду на машине. Вот, мне безумно нравится фишай, потому что он такой бух. Такое нагибаное. Такое, знаете... 7 минус фишая. Вот. Без фишая. И я с фишаем. Не дай мог. Ты ставишь это в бабок? Я не умею. Это что-то царапается. На твои лопаты теперь! На твои лопаты! Пошла бы. Ты нам денег не дала, ты не заплатила. Мы не будем тебя пиарить. Такая худая сука. Ты не заплатила. Ты не заплатила за пиар. Такая обычная. Окей, бэби, джей! Да мне так нравится твой фишай! Нравится, серьезно? Да! Ты у меня какая рука?
Такая плоская. Что с ней не так? Дыга длинная, да? Естественно, пальцы у тебя длинные всегда были. А, далеко пальцы. Юля, ты задолбала. Нравится, все, я видела. Не надо. У меня сотка не кончена. Я ж теперь буду. Бля, круто, так много всего. Не грайся, все, не прилипается, не будет, не отлетает уже эта штука. Я тут решила, буду снимать влоги я теперь. Лена Попова мне не разрешает играть. Да, вот так. Да, я так хотела. Все, пошла вон. Ущербность. Есть, что ли? Да. Это половинка тебя. Это когда ты приносишь писай, и все такие, писай. Писай! А, писай! Круто! Мне понравилось! Мне понравилось! Доставай! Доставай еще! Мне понравилось! Давай, давай! Начинается весна, очень умная и пора. Полетаем со двора, по взрослым лицам. Просто будем мы. Вот что значит. Попроси-ка. Бочку чуть не проглотила. Сдохла. В общем, у нас последний урок. Ага. А кто на? Я не иду на последний, точнее. Вот да. У нас была тупая улыбка, и мы висели с этим. Ура! Так и будет. Ура! Так и будет! Аллилуйя! Аллилуйя! Так и будет. Вот когда вот это перечисляется, вот туда, вот туда, вот туда. Да. И вот тут там ходненькая, и рука у тебя слышит. Что с ней? После этого разговора я иду домой. Меня мама домой идет. Нет, не домой не ухожу. У меня мама уехала, поэтому дома никого не будет, и мне не сможет прочитать. Я, наверное, где-то в течение 15 секунд одевала шай для того, чтобы сказать, что у нас погода дерьмо. Это влог, детка. Сейчас мы идем, подходим уже к дому. Я супер одета, потому что я, знаете ли, как это называется, умею подгадать с погодой. Диана, он шапку одела. Угу. Я, кстати, хотела тебя попросить шапку, но ты почему-то так одела на меня, думаю, не буду просить. Ну, чтоб я одела ее, потому что мне было холодно. Ну, потому что у тебя ходить капюшон, а у меня вообще там ничего не будет видно, что я погуляю. Так что мамки не будет, так что будем тусить сегодня по мере возможности. Ну, главное в нашей жизни это пожрать. Да, поэтому сейчас придем, пожрем. И знаете что? А потом приедет подружка моя, наша, с Дианой. И я не знаю, будем ли мы сегодня тусить или не будем. Просто поболтаем. Хрен знает. Ну, она... Я ей как-то говорила, что у меня, типа, свой канал на тебе, такая, ну, круто, все.
Ну ладно, окей, думаю я. Это хорошо, когда к твоему каналу люди относятся равнодушно. Вот так. То есть, как бы, ну ладно, занимается человек, но занимается. Это не... Ну и та же не за канал, а как бы не упрекает, не травит насчет этого. Он просто человек знает это, и все. Это ж счастье. Браво, Белиссимо. Оу! Я так устала, пипец. Вот я в школе была сегодня, ну, сколько? 3 урока? Да, 3 урока. 3 урока, это сколько у нас? 2 часа, 2 часа, плюс еще 30 минут, получается, 2 часа, 30 минут, и я устала. Как собака, кошка лишняя, задолбала. Вот. А еще у меня тут... Кто тут на свеге? Я здесь на свеге. Я долго примирялась, думала, что же мне идти завтра в школу, потому что, черт побери, я иду в школу завтра. Да, это как светский для меня прием. Я, короче, в клетчатой юбке, в такой херне, в шапке и в очках. И... я люблю себе понимать настроение. Да, я еще всегда убого выгляжу в фишае, поэтому... Кек. Буду ходить в очках, чтобы вас не раздражать и себя заодно. В общем... Спасибо за просмотр этого видоса и будьте всегда на Свеке или на Тумблере. Не знаю, как сейчас модно. В общем, FIFA, пока!